Конкурсы среди арендаторов по благоустройству пляжа проводятся в Сочи на протяжении 10 лет. И если раньше свои заявки предприниматели подавали сразу представителям конкурсной комиссии, то теперь все торги ведутся в электронной форме. Это сделано для того, чтобы процедура была максимально прозрачной. Пляж получит тот, кто наберет больше баллов. Кроме того, срок договора на аренду пляжа теперь у всех арендаторов продлен до 2025 года. Пользователи пляжей теперь смогут рассчитать свой бизнес-план на 5 лет. То есть они больше смогут инвестировать своих вложений в пляжные территории. Каждый год мы изготавливаем дорожки, душевые кабины, переодевалки, закупаем форму для спасателей, чистим дно, закупаем спасательное оборудование. И рассчитывалось все это раньше на год. То есть сейчас мы можем более качественно выполнить все эти услуги, потому что будем знать, что срок договора на 5 лет. В этом году администрация Сочи сдаст в аренду больше 60 пляжей. На первом этапе конкурса на торги выставлено 43 пляжа. Информация есть на сайте мэрии. Остальные появятся через пару недель. Времени на подготовку пляжей к сезону у арендаторов не так много. В этом году береговая полоса курорта должна быть готова уже к 1 мая. В этом году мы решили, что центральные пляжи, пляжи и Меретинской набережной, и все пляжи, которые находятся в центральных частях наших внутригородских районов, они должны быть уже открыты к 1 мая. Потому что мы понимаем и видим прогнозы наших туроператоров, что на майские праздники приедет много людей. Вроде и погода способствует, и мы просто обязаны обеспечить безопасность на наших пляжных территориях, но, естественно, там, где будут туристы. К этому времени специалисты госинспекции по маломерным судам проверят дно, арендаторы должны получить акт технического освидетельствования. Пляжное оборудование в мае можно выставить не все, но по безопасности все требования должны быть выполнены. Если предприниматель не справляется со своими обязанностями, то у мэрии есть право в течение 2 дней расторгнуть договор и перезаключить его с другим арендатором. Концепция благоустройства пляжных территорий уже определена. Снова выбран единый цвет – белый. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.